Когда КВН закрыли, сразу появилась идея открыть КВН. Встал вопрос, кто будет вести новый КВН. Кандидатуры две. Это Александр Масляков и Геннадий Малахов. Что такое делал Малахов, чтобы победить? Он натирался медом, обливался рыбьим жиром, ел подорожник, натирался хреном и уже почти вырвал у Маслякова победу. Но тут поступил звонок из КГБ, и у КГБ был один единственный вопрос. А вам не кажется странным? Просмотрел эти видосы. У вас сложится какое-то мнение, вы можете, как любая иная общественная организация, пожертвовать мне на развитие тех полезных вещей, которые вы можете применить для себя.